Виноград Супер Экстра. Столовая форма очень раннего срока созревания любительской селекции. Автор Евгений Георгиевич Павловский. Родительская пара Талисман на кардинал плюс смесь пыльцы. Кусты сильнорослые, цветок обоеполый. Грозди 370-700 грамм средней плотности. Ягоды крупные, массой 7-10 грамм, слабо яйцевидной формы, белые, по типу и цвету очень похожи на ягоды сорта Аркадия. Но вкус проще, чем у Аркадии, а кожица более грубая. Устойчивость к грибковым болезням средняя, морозоустойчивость минус 25 градусов по Цельсию и при выращивании на Полтавщине требуется легкое укрытие на зиму. Вот что про гибридную форму винограда Супер Экстра рассказывает Якушенко Василий Евдокимович, виноградар-любитель из села Мачехи, что на Полтавщине, который уже несколько лет выращивает ее на своем винограднике. Пожалуйста, Василий Евдокимович. В общем, это Супер Экстра, да? Да, вот это Супер Экстра. Тоже хороший сорт, сверхранний. Это сорт Павловского, любительская селекция. Вот. Ну, пока не было Галахада, то тоже лучше этого сорта из сверхранних сортов, я, допустим, не знаю. Вот. Но Галахад просто более устойчивый. Хотя и этот сорт, как для любительской селекции, сорт достаточно устойчивый. Даже по этому году, посмотрите, даже признаков болезни на нем нет. Спасибо, Василий Евдокимович. Виноград Супер Экстра на Полтавщине вызревает в конце июля и перспективный для выращивания на дачном или приусадебном участке. Всем здоровья, счастья и хороших урожаев. С уважением, автор Владимир Исаенко. Видеозапись 24 июля 2014 года.